Сегодня в Министерстве спорта чествовали дагестанских спортсменов, принимавших участие в Европейских играх в Баку. Министр отметил большой вклад тренеров и спортсменов в реализации президентской программы по подготовке к Олимпийским играм. Работа по развитию спорта в республике экс-чемпиона мира Султана Ибрагимова отмечена премией главы Дагестана и Минспорта. Магомед Магомедов также поздравил с почетным третьим местом Садама Магомедова, на которого дагестанцы возлагают большие надежды. Перспективный спортсмен не намерен останавливаться на достигнутом. Есть все возможности для этого, чтобы выиграть. Сейчас у меня впереди ждет чемпионат мира. В октябре будет у меня пока есть путевка. Если там что-нибудь не придумают, на чемпионат мира поеду именно я. Всего на Европейских играх приняли участие 27 дагестанцев. Но, как отметил сам министр, в последнее время спортсмены, выросшие и состоявшиеся в Дагестане, приносят медали другим регионам и странам. Блестяще выступили наши вольники, представители греко-римской борьбы, и что касается бокса тоже. Единственный, тот, который за Россию выступал, на Садам Магомедов. А также еще за Азербайджан у нас 4 человека выступали. Да, другие страны тоже выступают. В целом, например, мы довольны, но это же время, конечно, недовольствие от того, что целая армия людей у нас выступает за другие государства.